Праздники закончились не для всех. Российской прокуратуре сегодня исполнилось 293 года. Надзирательное ведомство было создано еще во времена Петра I, и вот уже на протяжении нескольких веков органы прокуратуры являются гарантом соблюдения законности в стране. В праздновании профессионального праздника сотрудников в синей форме приняли участие первые лица города и области. Лучшие работники получили почетные знаки. Всегда прокурор будет нужен, как надзиратель, это слово в кавычках, как око государева за соблюдением закона, за соблюдением прав и свобод гражданина, человека и всеми гражданами, должностными лицами, органами власти, местного самоуправления. То есть такой орган, как прокуратура, она нужна, и государство это понимает. Хотелось бы пожелать коллегам, бывшим коллегам, самого всего доброго, здоровья, уверенности и мира. Мир сейчас очень важен и должен быть у нас и в стране, и в каждой семье. Ну а чувство, ну это радость, это профессиональный праздник. Тот, кто работает хорошо, достойно, радуется своим успехам.